Яркие шарики, веселая и всеми любимая музыка из детских мультфильмов, конкурсы и, конечно же, подарки. Именно так задорно и активно прошла акция «День красного носа» в Брестском государственном университете имени Пушкина. Это яркое мероприятие проходило в рамках трехдневного студенческого форума, участие в котором приняли студенты вузов республики, а также представители итальянского благотворительного фонда «Поможем им жить». Акция эта проходит в рамках международного студенческого форума. Это четвертый форум, который организован международным фондом итальянским «Поможем им жить». Этот фонд занимается тем, что помогает детям, детям Белоруссии, и студенческой молодежи, и маленьким детям, поддерживает волонтеров, поддерживает проекты, которые пишут студенты. Для детей, а это учащиеся школ города, а также воспитанники интерната, участники форума придумали целое путешествие по необычным импровизированным станциям, на которых ребятам предлагали смастерить необычные украшения из обычных макарон, поиграть в воображаемый дартс и даже ненадолго сменить имидж благодаря аквамакияжу. Участники волонтерского форума признаются, что организация таких детских праздников для них не в новинку. У себя в регионах активные и инициативные молодые люди с удовольствием посещают больницы и социальные приюты. Зачем я здесь? В первую очередь для того, чтобы рассказать, что существует такое понятие, как клоунотерапия, что существуем мы клоуны, клоуны-волонтеры, клоунотерапевты, если правильно сказать. И мы хотели бы поделиться со всеми, что мы есть, мы хотели бы еще в свои ряды больше людей, больше добровольцев, больше волонтеров, и надеемся, что к нам присоединятся не только ребята из Витебска, но и со всей Беларуси, из других городов. У нас в Витебске, в частности, тоже проводятся различные акции, в частности, именно клоуны используются. Я считаю, что это хорошо сказывается на развитии детей, они радуются, улыбаются, это доставляет им искреннее счастье. И, ну, если дети счастливы, значит, это приносит пользу. Восторг детей от яркой и весьма насыщенной конкурсной программы передать сложно. Они с легкостью общались с волонтерами, с особым интересом мастерили и шариков забавных персонажей. О том, что акция прошла на отлично, говорить не приходится. Улыбки ребят – вот главная награда для самодеятельных артистов.